Меня вдохновило написать эту картину. Сама образ птицы совы, которая является символом мудрости. И человек, который сам тоже птица, его держит. А его руки – это яйца, да? Гнездо. Гнездо – это дом, это знак всего, что у нас окружает. Это центр, потому что в нем яйца, а из яиц появляется жизнь. Он как бы держит жизнь, мудрость. И сам человек, он в образе птицы и в то же время человека. И в то же время он непонятно, какого эпохи, когда он жил. Просто мое такое фантазия, мое представление о мире. Даже когда пишешь картину, сначала иногда просто интуитивно рисуешь, полностью не поддаешься этому. Если дальше глубоко думать, это очень сложно. А по ходу картины она сама будет появляться. Главное – замысел. Вот такой у меня замысел был. Сначала птицу сову изобразить от нее и поплясал дальше. Дальше уже идея сама по себе зарождается. Уже появляются другие детали, что-то главное найти в картине, что-то. А дальше уже у меня, например, второстепенные детали сами по себе появляются, и вот сюжет сам по себе дальше развивается. Главное – задумка, а дальше уже дело техники. Вот такая задумка заставила меня написать. Вот сегодня я эту картину начала утром. Вот сейчас заканчиваю. Она очень легко пошла. Каждая картина идет по-своему. Когда иногда любая другая картина легко идет, другая более сложно идет. Вот эта картина вот получилась на одном дыхании. Вчера только ночью я задумала, сегодня вот написала.